Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Певица Максам рассказала о сложной реабилитации. Артистка сделала странное заявление о своем состоянии. Знаменитая российская певица Максам проживает непростой период. Казалось бы, самое страшное позади, однако артистке предстоит пройти период восстановления после комы. Артистка откровенно рассказала о том, что реабилитация все еще продолжается. К счастью, болезнь не отразилась на внешнем виде певицы, что очень важно для ее работы. При этом Максам не стала углубляться в подробности своего здоровья. Она отметила, что такие вещи не проходят без последствий. Кроме того, знаменитость сделала странное заявление, характеризуя свое состояние после выздоровления. «Я все еще зеленый человечек, который только что вернулся с другой планеты», цитирует певицу светская пресса. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.